в девочку одну. Только я не знаю, где она живет. Ну вот. Не расскажешь папе? Это мой секрет. Нет, нет. Эта девочка такая, прямо девочка такая. В общем, девочка такая, ей уже 5 лет. Весна.
Мы наших любимых мамочек поздравляем с женским днем.
наши? Наши бабушки, дедушки очень любят нас сейчас. Окупают нам руки, даже водят дети сад. Ну, а юки бабушки, это опять так вот. Для бабушки юки не вият. Самый воспитанный. Ну, конечно же, в меру упитанный. Я мужчина в полном расцвете сил. Я Касан, который живет на крыше. Ну вот теперь спросите, для чего я сюда пришел? Ну спрашивайте, спрашивайте. Ну я пришел, слушайте внимательно, пришел поздравить девочек, бабушек, мам, воспитателей. С 8 марта. В общем, всех женщин я еще раз поздравляю. А вот этот весенний букет от всей души я вам вручаю. Пусть говорят вам побольше теплых слов. А я детей поиграть приглашаю. Вы, наверное, забудьте моторчики. Забудьте моторчики, ребята, забудьте. Девица, красная девица, все ее слою.
ласково зовут. Весна красна льет и песенку поет, а песенки свирель и веселая котель. Весна красна идет и песенку поет, а песенки свирель. Видно меня? Может, видно все? Почитаем, детки, раз, два, три, начало игры. Пока он помогает нам перечитать. Маму очень.
всем пуститься в дружный пляс. Дорогие наши мамы, полюбуйтесь-ка на нас. Танцевать мы будем не просто, а имитировать то, о чем поется в песенке. Мыло в руки надо взять и немного постирать. И разочка 25 тщательно прополоскать. Пришедь, как не закупить и повесить все сушить. Чтоб сушилось все скорее, вместе с пляжем веселее. Взяли в руки утюжок, гладим вдоль и поперек. Складки тщательно к утюжу, утюжок нам очень нужен. Обувь чистить начинаем, туфли крепко вытираем. Щетки в руки мы возьмем и до леска разотрем. А теперь возьму расчески и поправим все прически. Посмотрите-ка на нас, внешний вид мы наступающим 8 марта все женщины, пожелать вам крепкого здоровья, самое главное, мирного и голубого неба над нашими головами. А самое главное, наверное, это женского счастья. С праздником вас наступающим!